Скажет, если захочет. Я не вижу смысла. Сегодня все гости у нас всемирно известны. И всемирно. Да. Все меры, только меры не знают. Спасибо, добрый вечер. Как бы я не так давно, познакомился с творчеством Михаила Щербакова. Вот решил тоже попробовать. Там слыхать меня, да? А инструмент слышно? Вот. И вот я решил попробовать. Сегодня вот я представляю на ваш суд три песни из его репертуара, но дело в том, что у меня позавчера был фестиваль «Слепой музыкант» у нас был. Это раз. Во-вторых, мне вчера дома на голову упала дверца шкафа, поэтому я могу забыть слова. Так что уж, пожалуйста, там помидоры и яйца, пожалуйста, не стоит бросать. Вот. Первая песня о очень таком далеком и желаемом крае. Честно говоря, песня многострадального мечтателя. Thank you.
А теперь немножко перевоплощаюсь. Песня такого заядлого пропоицы. Жить, слава Богу, забыть. Ой, мамочки, мамочки, ой. Просыпаюсь и гложет стыд. Да чего же я вином, вином? Все, что может болеть, болит. Остальное без чувства. Их только без дом вся жизнь. А когда уж такой разгром, тут под поезд беги, ложись. Постоянно чуть где чего, скажем, грамота и деньга. Как другим, как всегда, ого. Ну а мне тут всегда, ага. Да и с доком еще сквозь очки, даже если я скажу, упси, будь здоров, говорят, но другие. Ой, я трезвый, я ломоть, позабыла меня страна, и живу, подарилой Господь, чудо-юдо, а не жена. Ой, как она все блин угадывает, что с одной стороны накладывает, а с другой стороны обязывает. Я почему-то с любой стороны окажусь после него дураком. Ой, как это ей лень всюду нос, всюду рожу свою, то бишь, совать. Каждый день на меня трень-брень. Иной раз, потому и пью каждый день. Раскались не мое, простеночка. Погори душа синим пламенем. Попади в мозг, да и сыть ум. Только горе мне от тебя. А бывало же, было времечко. Я ведь тоже шагал под зданием. Я ведь тоже хотел в президиум сесть на праздники октября. Я и сам так мечтал, так высоко нести повяз. И понес, ну-ну-ну, устал, уронил, бываешь, грязь. Да и сам я и просыпаюсь. Продолжается страшный сон. Если раньше был стыд, голодал, то вчера родился и он. Эх, и да и сам я себя несу. Ох, и что-то меня несет. Все равно я один в лесу, и никто меня не спасет.
товарищи некоторые, и доступ там. И последняя песня в моем исполнении, черт возьми, ну, она называется «Закон ходьбы». Площадки, поляны привычнее. Ну, надеюсь, как Саша сказал, помидоры никто с собой не принес. Раньше я слушал в основном Щербакова. Ну вот, решил попробовать. 2 недели для того, чтобы выучить 2 песни, в общем-то, оказалось довольно сложно. Можно сказать, труд непосильный. Тексты сложные, насыщенные, аккорды сложные. Поэтому вам судить, что у меня получится. Первая песня. И в этой первой песне сойду с корабля, на котором плавал Денис по морям, и зайду в кабак, в порту, где звучит шансон. Лай-на-най-на-на, лай-на-най-на-на, лай-на-най-на-на.
бьют, богатство копит знак. Стоит над миром Готский, все злобны, как удавы. И каждый хочет сам в угоду, угоду гадом стать. А я в портовом кабаке сижу и губы в табаке, и две монеты в кулаке, а в голове шансон. А в нем мой страх, мой странный край, туманный путь, желанный рай, тот путь, который мной пока еще не обретен. О, дай мне, Господи, ступить на этот путь когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь. Я как вы, друзья мои, устал глазить на драки, и вид оскаленных клыков нервирует меня. Пройдет над миром год зверей, начнется год собаки, и снова цель, и снова лай, и войны, и грызня. Зачем так злобен род людской? Да это просто год такой. Ну как не мучаю себя, и как себя не злю? А что я не могу понять, вы все так любите меня, и не могу понять, за что я всех вас так люблю. Дай Бог пути мне добрым словом помянуть кого-нибудь, кого-нибудь, кого-нибудь. Я вам не сын, не пасынок, и даже не приемыш, а все никак не соберусь расстаться с кабаком. И в год собаки я щенок, и в год змеи змееныш. Ты научился не искать участия ни в ком. Затих шансон, певец умолк, и ты гарсон, не верь мне в дом. Уходят все, и мне уйти, не лучше ли от беды? Пусть плач его, галдеж и звон, по воле воин, по воле волн, по жизни вдаль, по миру вдаль, ведут мои следы. О, дай мне, Господи, достичь окончив путь чего-нибудь, чего-нибудь, чего-нибудь. Спасибо. Теперь хочу представить на ваш суд Щербаковские частушки. Сейчас, секундочку, каподаста поставлю. Сейчас еще разок попробуем. Не возражаете? О чем молчишь ты снова? О чем грустишь ты, душенька? Скажи мне хоть полслова, а я послушаю послушней. Ведь есть слова такие разные, ужасные, прекрасные, великие, безликие, а мы все безязыкие, великие, безликие, а мы все безязыкие. Слова-то у людей несметные, хитры они укоризненны, награды они нам посмертной, а вот мучением нам они пожизненны. Ну как же вам без них темно сердца, как душно вам, как тесно вам. Но снова произносятся не те слова, не те слова. Но снова произносятся не те слова, не те слова. О чем бы ни спросил бы, зачем бы вдруг, да не рожал уста. Опять дежурное спасибо, потом резервное пожалуйста. И все в ресницах мокренько, и все на сердце душненько. Ни шепота, ни окрика, чего ж ты хочешь, душенька? Ни шепота, ни окрика, чего ж ты хочешь, душенька? Неужто разговоры тебе?
себя, брат, не присыти. Опять весь мир вокруг актеры, а мы с тобой простые зрители. И кто-то там уже другой над сценой давно пропел мои слова дрожащие о том, как я люблю тебя, бесценная. Люблю тебя, дрожайшая. Люблю тебя, бесценная. Люблю тебя, дрожайшая. Каждый автор в процессе своего творческого как бы роста вырабатывает, конечно, свой стиль. Хорошо это или плохо, не знаю. Наверное, хорошо, учитывая, что вот у Щербакова человека и автора с очень таким своим выраженным стилем есть последователи, поклонники. Наверное, это хорошо. Но я в своем творчестве использую другие мелодические, поэтические приемы, поэтому для меня было очень интересно попробовать вот эту манеру написания, да, исполнения песен. И вот я подготовил песню, она называется «Романс 2». Что мне-то судьбой, что подарено, в конце концов, не все ли мне равно, так странно все. Что было бы, сударь, печаль, если б не было смешно. И я не тот, ничуть не лучше всякого, и вы не та. Есть краши в 10 раз, мы только одиноки одинаково. И это все, что связывает нас, когда один из нас падет поверженный другой и не заметит в попыхах, зачем же я пред вами, как помешанные слезы лью и каюсь во грехах. Зачем дрожу, зачем порхаю по небу и жду чудес, и все во мне поет. Зачем, зачем, пускай ответит кто-нибудь. Конечно, если что-нибудь поймет. Простите мне, что диким и простуженным ворвался к вам среди зимней тишины. Не то беда, что я давно не нужен вам, беда, что вы мне тоже не нужны. И все ж сама судьба с ее ударами, капризами и ранами потерь. Ничто пред блеском вашего сударыня, он светит мне особенно теперь. Теперь, когда невзгоды приключаются все чаще, все смертельней бьют ветра и кажется, что дни мои кончаются, и остаются только вечера. Сияйте ж мне, покуда не отмечено печалью лет, ни сердце, ничего. И видит Бог, сказать мне больше нечего, да больше, и не скажешь ничего, да больше, и не скажешь ничего. Спасибо всем, кто у нас были гости. Был у нас в гостях. Я плохо дружить с русским. Я очень рассчитываю на то, что вы придете снова и приведете с собой людей, чтобы вот тут они пели. Я пока разденусь. Назвала бы следующую песню «Достойный капитана. Очевидность». Но мы ее споем.
нас опять зима. Снега идут круга, свершая без конца свой мерный хоровод. И словно сметено былое бурагане, укрыто под снегами, и вновь не оживет. Уже не зазвонят разрушенные башни, и шепотом домашним не скажутся слова. И женщины мои живут тоской вчерашней, не так уж это страшно, как кажется сперва. У нас опять зима, лишь горькие известия напомнят иногда о том, что не сбылось. И прежние друзья находятся в отъезде, еще как будто вместе, уже как будто врозь. А письма и стихи, разбуженные ночью, разорванные в клочья, рождают миражи. И женщины мои являются воочию подобным многоточию ни истины, ни лжи. У нас опять зима, и снова изголовье. Бессонная свеча то вспыхнет, то замрет. Но как себя не тешь придуманной любовью, а дряхлое зимовье рассыплется вот-вот. Как карточный дворец ветрами снеговыми разносит мое имя пространство зимней тьмы. И женщины мои уходят за другими, становятся чужими до будущей зимы. Заказана одним моим студентом, которого я не вижу в зале, но я ее все равно спою, потому что есть многие люди, которые очень любят. Не пойму, но почему так все непросто, если хочется ему очень остро, от любви, тоски, долгов и погоста, на желанный дорогой полуостров. Он всех женщин разлюбил и вестимо, он все песни позабыл, ну, кроме Кима. Но по-прежнему душа уязвима, и по-прежнему тропа мимо Крыма, и по-прежнему она мимо моря, и по-прежнему судьба мимо лета. Как же это по пути, да в крематории, ну как же в Крым не заглянуть, как же это? О, Крым, 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 а что это такое? Это полуостров такой, голубая волна, голубая мечта, приголубит тебя точно голубя, и полюбит тебя, и погубит тебя любого, и снова ты над домом, над дымом, над Крымом подымешься вверх и вверху. Облака обласкают тебя, о, если бы так. А у нас метель метет не иначе как, и ползет весь народ на карачках. А ты хочешь убежать от метели, да как же это понимать, да в самом деле нет. Все ползут, и ты ползи осторожно, что ж поделать, гололед очень скользко. Полуостров захотел, так это можно, правда, крымский далеко, но близко кольский. Что метель куда страшнее кривотолки, погляди ты на людей, это ж волки. И попасть на их клыки очень просто, подыматься не моги ты выше роста своего. Молчи молчком преклоненно, здесь ни смерти, ни судьбы не обманешь. Если встанешь, упадешь и непременно, а уж если упадешь, ты то не встанешь. Но только как же убедить мне пилигрима, если смог он позабыть все, кроме Крыма. Ничего он понимать и не желает, да все это он, твою мать, понимает. Просто хочет он сорваться из дома, просто любит он скитаться ужасно. Хоть к нечистому, хоть в петлю, хоть в омут, но лучше всего в Крым, так это ж ясно. О, Крым, 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 что это такое? Это полуостров такой, голубая волна,
мечта приголубит себя точно голубя, и полюбит тебя, и погубит тебя любого. И снова ты над домом, над Римом, над Крымом поднимешься вверх, и рук облако обласкают тебя. О, если бы так! И последний шлешь привет героиням, прячешь пасху пакет с героином, произносишь монолог надоевший, тускло глядя в потолок отсыревший, и оставив убеждения благие, потихоньку прочь со сцены крадешься, так как публика давно в летаргии, и овации от нее ты не дождешься, и поэтому бочком за кулисы, ну а там уже кругом кипарисы. Ой, наполнится душа ароматом, эвкалиптами душа и гранатом. Вот уж где ты горевать перестанешь, и посмеешься над холодной Европой, и упадешь ты на песок и не встанешь, и всю жизнь так пролежишь вверху пуза мой, если бы так. Возвращаясь в ненастную, надвнастную зиму, в настную зиму, хочется всех, кого это касается, поздравить с наступающим грядущим Рождеством и надеть каподаст. Нет, только мне. А вот и он. А то бы сейчас мы начали, ага. Исполняется песенка впервые. Ну да, еще винтик. Нет, винтик. Исполняется песня впервые мною в правильном. В правильном аккомпанементе. Спасибо, Ли.
немного сферу образования. Поговорим. Это сфера, да? Да, трехмерная. И снова о воле тоже тут немножко есть. Школа танцев номер один. Здесь эпиграф есть даже у песни. Он звучит следующим образом. Мы – супплитивная форма множественного числа от «я». Подпись «Грамматическая истина». Ее цветочный, все быстро посмотрев, потрогав, вы не найдете программ урочных и никаких вообще уроков. Пусть это дико для иностранцев, насчет учебы мы усвятуем. Мы называемся школой танцев, но мы и учимся, мы танцуем. Зато достаточно мы галантны и толерантны к любому стилю. Удел подвижников не грозит нам, числа пророков мы не умножим. Мы только сносно владеем ритмом, и это все, что мы вправду можем. Мы только там, не шутя крылаты, где сарабанда, фокстрот и полька. Но если нас вербовать в солдаты, мы проиграем войну и только. Сажать не надо нас ни в ракету, ни за ограду в тарелки супа. Такие меры вредят бюджету, и, наконец, это просто глупо. Мартышек, как наше чадо, они послушны тому же звуку, они умеют поставить ногу, расправить корпус, направить руку, они танцуют, и слава богу, от их ошибок нам мало горя, да их стремления нам дела мало, не все равно у какого моря, они построят свои бунгало, разрушить бурю за плясом дробным, не доведется ни нам, ни детям, земля провалится, мы не дрогнем, погаснет небо, мы не заметим. Александр мне напоминает, он переволновался, забыл сказать сам. 22 декабря в баре «Степные огни» в 6, да? В 7, в 19.00 состоится хороший концерт, хорошей музыки с участием Ларисы Грищенко. Приходите. Вход платный. Все правильно сказал? Ну вот, отлично. Мне угодно ли вот оптический прибор? Нехитрый так, система трех зеркал в цилиндре плюс цветные пустяки, как видишь, вещь нарочно для тебя, беглянки скрытной, склонны к миражам, на свет ее направи, ну чем тебе не я, глазей зевай с просонок. Напоминай, дитя, еще бы флот тебе к подзорной сей трубе. Но ты такой ребенок, с каким нельзя, шутя. Мне-то что, мне легче и
ведь не беглец, я здесь живу. Мне нравится несчастье, эрго мною можешь пренебречь отныне. Только в это зазеркалье, глядя в дивный этот окуляр, что в нем есть, вопрос не в том, спроси, чего в нем нет. Любой на выбор колорит, хоть флот, хоть гавань, словом рафинад. Каштаны детства в городе приморском, яхты, джонки, мачты, клевера. Но кто смотри вон там, по всем статьям я сам залез в одну из джонок. Не дать не взять матрос, хоть пору звать пажей и гнать меня за шеи. Но я такой ребенок, с каким нельзя всерьез. «Завтра, вчера, всегда». На последнем диске Щербакова таких песен целых три. И если в прошлые разы он их нумеровал, если песни с одинаковыми названиями встречаются, он им давал порядковый номер, то в этот раз он в каждой песне курсивом выделил одно из этих трех слов. Вот угадайте, какое из этих трех слов выделено курсивом в этой песне. Не умеешь ты, туземец, отдохнуть по-людски, и по плану вроде все, а не кстати. То и дело что-нибудь чему-нибудь вопреки, а в результате вдрызгай на куски. Вчера, допустим, и фамильную ты бронзу рукавам приклепал, и за вход предусмотрел 100-рублевку, а в троллейбусе сомлел остановку, проспал и в третьяковку снова не попал. Не тебя вчера на целых полтора этажа от глубин, где гардероб и буфет, возвела в итоге мадемуазель Наташа экскурсовод. Искусствовед моргнет и звезды гаснут. Хорошо на этот раз не чересчур оплошал, замминистра на ковер не потянут. Сам плоды себе внушил, сам вкусить помешал и сам обманут, ибо предвкушал ума палата в мелодраме. С первых кадров знаешь, кто негодяй, в детектив раньше всех шайку вяжешь. Но вне кадров в чем подвох и от кого, нагоняй, не предукажешь, даже не гадай. А коль скоро перцепция в тебе не черства и тоскует от бесчинств и кощунств, то на самый крайний край в аптечке есть вещества, поел веществ, упал без чувств. Шелестят секунды 5, 4, 3, 2, 1, а куда и почему стрелка скачет? Не твоей бы в то вникать голове, но она слезами плачет, хочет быть умна. Семен Семенович, вот и водит не тебя по этажам Натали, а того же, например, замминистра. И манжеты лишь постольку на тебе не в пыли, поскольку быстро подняты с земли. Без прогноза перспективы еще тот каламбур, а с прогнозом еще тот анекдот. Все рифмуется по принципу лямур, и тужур подвоха нет, а рифма врет. Ты как встанешь утром завтра, стой на ней, чтоб правей снова запахи свои обе штуки. Едким щелоком промой, да смотри, не пролей, уж ладно брюки, руки пожалей и ноги тоже. Но в троллейбусе не думай, что вкусишь от плодов, где блистала Натали, место пусто. Завтра смена, от нее будь готов, будь суров, зато в искусство вникнешь, будь здоров. Как сказал на выпускном одном балу тамада, в прошлом тренер по борьбе айкидо, можно стать и после аута бойцом, хоть куда, конечно, да, но лучше до, а то обидно очень. Сложный.
другой сложный заказ. Снова она и он, серый как мир сюжет, можно не продолжать. Киев, январь, любовь, свадебный марш, цветы, утренний сладкий лепет. Верю, ты будешь долгим, счастье мое. Потом он уехал куда-то считать вулканы, сказал, что до марта вышло. До сентября никто не ответит, никто угадать не сможет, чем эти недели жила она. Как смотрелось, надо бросать перо, нечего зря скрипеть. Те же она и он, где бы найти других? Та же в глазах мольба, тот же припев под утро. Верю, ты будешь долгим, счастье мое. Потом он уехал индейцев спасать каких-то, ни много ни мало, на год или на полтора. Никто не опишет, никто никогда не скажет, зачем миновали дни эти, в какую пропасть надо менять глаза. Всюду она и он, ветхий как Сатурн. Снова визит рассвет, снова почти чужой, еле знакомый голос. Верю, не верю, здравствуй, счастье мое. Потом он уехал искать Атлантиду, что ли, на целую вечность. Еще на один день ее не допросишь, она и сама не знает, во что обошлись ей часы эти все. Минуты надо уйти в толпу и затеряться там. Хватит стращать людей мраком монастыря. Здесь ни монахов нет, вся подчинен уставу. Веришь, не веришь, бедствуй, пой, уповай. Который, к счастью, исполняется без моего аккомпанемента. Почти. Да. Ты сам изрек тот чист, кто не в том свет. Я внял. Я внял, хоть был строптив, криклив, картав, стал нем, и что ж, ты прав, нет слов, ты прав. За окном ему не
как из-за ника, и вылезал краб желудка, дико, жутко. Однако это тоже я, о боже, боже, как же трудно мне со мною. Нет, нет, и в свою, в свою. Подходящих песен. Может, на следующий концерт перенесем? Нет? Ну тогда любая из этих песен посвящается девушке моего друга. На ее вкусу, какая ей больше понравится, пусть такая и будет посвящена. Они обе о любви, поэтому для любви и споем. Хотя первую заказывал Сергей в марте. Нет,
верны, пиши рецепт, какой охота. Легче не бывало, не бывало, не бывало экзамена. Кто-то и тебя потом с шарманкой сравнит, в которой что-то. Долго замирала, замирала, замирала и замерла. Эту песню надо исполнять под сводный ансамбль катаринщиков и калиопистов со своим, желательно, со своими катаринками и калиопами, но мы не обзавелись, поэтому вот так. Ну и раз уж речь зашла о катаринках... Спасибо за внимание. До встречи 24 марта. Спасибо.